Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, Агроземледелия. Значит, друзья, смотрите, какая красота мне пришла. Пришла она мне с Германии. С Германии. Посылочка с Германии. Вот. Даже сейчас я вам покажу. Написано Германия. Вот. Все. А кто мне ее из Германии прислал? Друзья, сейчас я вам скажу. Так. Короче, не скажу я вам. Почему? Потому что я по-немецки не шарю. Не понимаю. Ну, на словах скажу. Добрый дядька, канал. Добрый дядька в Германии. Зовут его Константин. У него прекраснейший канал, друзья. Прекраснейший. Я уже как-то делал трейлер на его канал. Отличный. Съемка вообще прекрасная. Показывает жизнь в Германии. Как он живет, как он вообще мастер на все руки, друзья. В общем, сейчас мы распечатаем про вас посылочку. Я вам в дальнейшем еще про дядьку расскажу. Хочу вам рассказать одну историю такую. Мотор, камера, гримеры, как я выгляжу. Всем привет, друзья мои. Я всех приветствую. Сегодня чудесный денек, солнышко, температура, ну я скажу, что не так сильно. Много градусов у нас, ну что-то там 16, что-то так бы. Я отпускаюсь, я готовлюсь в духовную семинарию. Так что все вопросы я отсекаю. Так, сейчас мы будем распечатывать посылку от доброго дядьки. Очень добрый дядька. Ну, блин. Ну, запечатано, так это капец. Надо чай свою брать. А то еще и чай разольем. Я даже знаю, что тут должно лежать. Но интрига до последнего сохраняется. Константин, огромнейшее тебе спасибо. Огромнейшее. Как нельзя вовремя все это пришло. А мы сейчас распечатаем фанфары. Вау! Воздушное, это чтобы не попортилось. Вау! Вау! А такая масочка, хамелеон. Джаскан. Я не знаю, как, что, но мы... О, работает вообще, на солнце махнул, четко все. Так, а что там еще Константин мне положил? Сменные стеклышки, я так понимаю. Это комплект. Вау. И это еще что-то замотано, друзья. Интрига, интрига. Константин, ну спасибо тебе огромное. Я так подозреваю, это какой-то слесарный инструмент. Ну, молодец. Ну, красавчик. Ну, добрый дядька. Ну, прям вообще. Константин, привет тебе огромнейший. Так, давай-ка вот так вот уберем, чтобы все видели. Мы сейчас вот так вот выложим. Вау. Немецкие сверла. Зебра. Обалдеть. Ну вот это теперь буду я и столюку сверлить.
Шодекс. А это что у нас? Мечик. Красавчик. Спасибо тебе, Костя, огромное. Так, а это что? Что-то я предназначение от этой железяки не знаю. Ну, что-то какая-то непонятная. Ладно, Кость, напишешь мне, что это такое. Вау, красавчик, сверло. Заточка. Зебра. Я таких сверл 12.0. Я таких сверл ни разу не видел. Все, взяло фокус. Ой, Кость, спасибо тебе огромное. Я так понимаю, это эти сверлышки, они не дешевое удовольствие. Так, что тут у нас? Мечики. Шодекс. Ладно, это мы все разберемся. Это, ну, какой-то и шах не такой. Зебра, да? 12.5. Зебра. Ну все, теперь я буду и рессоры сверлить. Вау, Кость, ну ты порадовал меня. Вау. Вот что значит добрый дядька. Друзья, подписываемся на канал доброго дядьки. Гляньте, какие он подарки дарит. Зебра 10.5, это под 12 резьбу. Вау. Заводские заточки. Немецкие. Ой, ну все, ну Кость, ну ты, тут ты прям вообще порадовал меня до ужаса. Зебра, мечик, М12, шах не вижу. Ну в любом случае, гляньте, какой мечик, буржуйский мечик, Кость. Спасибо тебе огромное. Прям я тебе благодарен. Ну это вообще капец, слов нет. Ну больше всего я, конечно, рад маске и от этим сверлом инструменту. Ну от этого железячечка. Ты мне напиши, что это такое-то. Я так подозреваю, фреза, не фреза. Может это под потай делать. Не знаю. Кость, напиши, пожалуйста, от это для чего. Может, он, Димка говорит, под потай делать. Ну, что-то вполне похоже на это. Под определенным градусом. Так, ну а масочка, давай вот так вот сделаем. Снимаешь, через нее видно? Вот. Угу. Подожди, вот. Вижу. О, вот так, через нее, оп. Видно? Угу. Все рабочее, друзья. Оп. Все, спасибо, Костя, огромное. Друзья, подписываемся на канал доброго дядьки. Константин, спасибо тебе от всей души. Благодарю тебя. Ну, это вообще капец. Мы сейчас как раз занимаемся сварочными работами. Ну, по маске, если возникнут какие вопросы, там, что, где крутить, я думаю, ты мне подскажешь. Все. Всем пока, друзья. Пишите комментарии. Спасибо огромное, Кость, еще раз. От всей души.